Филиал мостоотряд номер 30 компании «Уралмостострой» может выплатить сотни тысяч рублей ущерба за загрязнение окружающей среды. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного захоронения опасных отходов в зоне реки Белой. Совместную проверку природоохранной прокуратуры и Росприроднадзор начали после обращения жительницы Уфы. На территории предприятия нашли закопанные металлические бочки. В них содержались краска, битум с истекшим сроком годности и другие опасные отходы. Исследование образцов почвы показало превышение допустимых показателей загрязняющих веществ в несколько раз. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно захоронение опасных отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала фирму возместить причиненный природе ущерб. Прокуратура в судебном порядке обязала фирму возместить ущерб. Ход и результаты расследования уголовного дела, а также исполнение решения суда находятся на контроле надзорного ведомства.